Мы безостановочно работали в течение 6 лет. У нас не было выходных на Новый год и Рождество. Скоро у нас появится немного свободного времени впервые за 6 лет. Было время, когда я не мог появиться дома в течение 4 месяцев, пока не был завершен первый образец игры. Мне даже пришлось привести мою кровать в кабинет. Оглядываясь назад, это удивительно, что я потратил так много энергии в этот промежуток моей жизни. Единственное, в чем я уверен, это то, что все это того стоило. Казунори Ямаучи, создатель Гран-Туризма. Выйдя в Японии 28 апреля, GT3 содержала в себе множество существенных улучшений по сравнению с GT2. И сейчас он поведает нам о наиболее важных из них. Дайте-ка подумать, какое же самое существенное улучшение? Ну, во-первых, количество кадров в секунду было увеличено до 60, в Европе же поднялось с 25 до 50 кадров. Это значит, что объем информации за секунду удвоился. Также и разрешение, вертикальное и горизонтальное, тоже удвоилось. Поддержка руля с эффектом обратной связи – важное добавление. Вы на самом деле можете почувствовать неровности дороги и сопротивление в поворотах. Это значительно добавляет реализма ощущениям. На этот раз мы преуспели в отражении окружения на машинах. Раньше отражались только атмосфера, окружающая машину. Но теперь, когда машина проезжает под деревьями, корпус отражает их. Или когда машина проезжает под рекламным щитом, мы видим, как он скользит по краске. Корпус отражает края трассы. Да и вообще все. Тесное сотрудничество с главными автопроизводителями дало возможность разработчикам создавать внутриигровые версии машин, которые, возможно, не появятся на рынке еще пару лет. Lancer Revolution 7 был добавлен в игру еще до того, как настоящая машина поступила в продажу. Также игроки получат возможность испытать новый Nissan Series Z и Mazda RX-8 задолго до того, как пилоты в реальной жизни получат такой шанс. В игре есть 200 машин, но создание одной стоит огромных усилий, во много раз больше, чем GT2. Мы вкладываем огромные силы в это. Машин всего лишь 200, но значение каждой из них неоценимо. Мы создавали одну машину в день с Gran Turismo 2, но сейчас создание одной машины отнимает как минимум месяц. Выбрав одну из них, вы ощутите себя так, как если вы получили драгоценный подарок. Я бы хотел, чтобы каждый получал эти ощущения. Фишкой GT3 являются трассы с разнообразным покрытием, таким как грязь или вода. Каждая трасса имеет свои особенности, которые влияют на качество вождения. Например, слабым сцеплением на мокрых дорогах и реалистичным управлением на грунтовых трассах. Ночные трассы всегда были представлены в серии Gran Turismo. И на этот раз мы полили ночные трассы дождем. Мы представили, насколько это будет красиво, дождевая ночная трасса. Есть столько различного света, который отражается от поверхности дороги. Мы могли видеть великолепные пейзажи в наших головах. И мы решили разработать дождевой городской трек в ночи. Мокрая поверхность дороги имеет очень низкий коэффициент трения, и машины ведут себя, как бы так сказать, они нестабильны. Так что вы должны управлять очень аккуратно. Для того, чтобы открыть GT3 более широкой аудитории, впервые играющим было предоставлено множество игровых режимов. Но без всяких компромиссов высокотехнологичный аспект симуляции, физическая модель, стала еще более реалистичной. И несмотря на то, что управление в игре стало гораздо сложнее, фактически управлять машинами стало проще. Процесс создания физической модели происходит у нас в голове. При помощи воображения мы думаем, какой должна быть машина, покрышки, управление и так далее. Поведение машины является результатом этого процесса. Мы верим, что играя, вы поймете поведение настоящей машины. На этот раз расчеты в сотни раз точнее. Это позволило физике отображать тонкие нюансы, так что я думаю, вы ощутите взаимодействие между передними колесами и поверхностью дороги, что было невозможно до этого. Ощущения от вождения раньше были грубее, но теперь стали более тонкими, а это означает, что управлять стало проще. Улучшение в программировании игрового искусственного интеллекта дает гораздо больший градус реализма, чем это было возможно до этого. Теперь игра может давать настолько сильные испытания, что только самые опытные игроки будут способны соревноваться.
На этот раз искусственный интеллект может быть быстрее, чем большинство игроков. Это не значит, что игра стала сложнее. Просто ИИ стал умнее, чем раньше, и пилотирует как человек. Заезды стали более захватывающими и реалистичными. ИИ делает все возможное на трассе точно так же, как и человек. Вы, вероятно, сможете ощутить разницу, когда будете играть против него. Гран-Туризмо ввела идею показа реплеев после окончания заезда. Другие гоночные игры последовали этому примеру, и в попытках остаться впереди, Polyphony ввела в реплей функцию, которая синхронизируется с музыкой. Игра выбирает углы обзора камер, автоматически обрезает кадр и синхронизируется с любой музыкой, выбранной из большой библиотеки композиций. Число выходных каналов на PS2 удвоилось. Теперь звук двигателя стал более полным. На этот раз нам удалось воспроизвести звук ветра и звук дороги, звук покрышек, соприкасающихся с поверхностью дороги. Теперь эти звуки стали намного глубже. Вы будете удивлены качеством звука, когда подключитесь к подходящей аудиосистеме. Добавление технологии iLink позволило соединять между собой до 6 PS2 и соревноваться с реальными игроками. Хотя число потенциальных пользователей такой функции пока что ограничено, Ямаучи верит, что ее добавление и увеличение числа игроков в конце концов приведет к тому, что это станет нормой и проложит путь для будущих сетевых версий Gran Turismo. Как для готового продукта, который был однопользовательской игрой, мы сделали все, что могли. Большего не сделать в принципе. Gran Turismo 3, возможно, последняя версия не сетевой Gran Turismo. Будущие Gran Turismo будут иметь наработки в сетевой сфере. Я думаю о ней не просто как о гоночной игре по сети. Даже если я и принимаю опцию гонок в реальном времени, я планирую, что это будет нечто большее. Вообще, мы планировали назвать ее GTN. Это эквивалент GT4, и выйти она должна в начале следующего года. Возможно, она задержится, определенности еще нет. На днях мы сделали анонс Gran Turismo Network на вечеринке в Японии по поводу запуска GT3. Это не будет просто игра с онлайн-сражениями. Мы сейчас планируем кое-что интересное. Я считаю, что Gran Turismo — это разновидность программы, которая воплощает мечты в реальность. В некоторой степени качество даже избыточно. Это характерно для Gran Turismo, которая все, что включает в себя, доводит до крайности. Некоторые члены команды не были заинтересованы в машинах до GT, а теперь, поработав над GT, они полюбили машины. Число автомобильных энтузиастов растет на глазах. Это наше детище, выращенное нашей командой. Когда я вижу так много игроков, окружающих его, это невероятно трогательно.